Курьезы термодинамики. Автор железнодорожный. Энергия – основа жизни в материальном мире. Кто владеет энергией, владеет всем. На сегодняшний день самыми дорогими считаются энергоносители – уголь, газ, нефть и ядерное топливо. Все, чем человек может пользоваться коллективно. То, вокруг чего можно организовать работу социума. Чтобы управлять энергией эффективно, преобразовывать ее у человека появилась наука. Одним из направлений науки является термодинамика. Термодинамика дала нам понимание тепловых процессов, описала работу тепловых систем, машин, энергораспределения, преобразования, фазовых переходов вещества, равновесия и многое другое. Сегодня термодинамика – это очень точная наука. Ее изучают в школах, институтах. Изобретатели по всему миру руководствуются ее вкладом в багаж знаний человечества. Существует джоуль – единица измерения тепловой энергии. Однако, несмотря на всю, казалось бы, состоятельность термодинамики как науки, и в ней, и в мире можно отыскать моменты, показывающие, что термодинамика не просто научное направление. Научный метод не просто что-то объясняет, он почти всегда имеет прикладную сторону – расчеты, производство машин и механизмов, их испытания и так далее. Итогом термодинамики как науки является появление тепловых машин и законов – начал. Они имеют различную эффективность, сложность конструкции и стоимость. Но при этом они никогда не решают поставленную задачу однозначно. Если раньше было такое понятие, как окупаемость машины, когда люди, купившие машину, не только отбивали деньги, но и зарабатывали на ее использовании, то сегодня энергетические машины разных принципов действия недоступны простому человеку, и он пользуется только тем, что ему предложено купить. Техника, дающая большие прибыли, почему-то всегда недоступна простому человеку. Такой техникой владеют всегда лишь большие капиталы. Я хочу показать несколько примеров того, что наши знания о теплотехнике не лишены изъяна и преследуют интересы капитала, недоступного обычному честному человеку. Научный интерес должен быть беспристрастен, чтобы показать законы и устройства мира, но в реальной жизни нам не додают настоящих знаний. Никому не известный двигатель Стирлинга или БТГ 19 века. Двигатель Стирлинга был создан в 1816 году, уже более 200 лет назад. Кто-нибудь когда-нибудь видел расчеты этой машины? Особенностью двигателя Стирлинга является то обстоятельство, что он работает исключительно на разности температур. Температура – это скорость движения молекул. Чем выше температура, тем больше значение скорости движения молекул вещества. Например, скорость молекулы кислорода, которым мы дышим, составляет около 200 метров в секунду. Те, кто изучал физику в школе, знают, что существуют изобарные, изотермические и изохорные процессы. Еще одной особенностью является то, что двигатель Стирлинга обладает самым высоким КПД среди всего многообразия тепловых машин. Он способен работать на перепаде температуры от вашей ладони. К тому же это еще и обратимая машина, так как она может преобразовывать как разность температуры в работу, так и работу преобразовывать в разность температур. Как же устроена эта удивительная машина? Очень просто. Работа двигателя складывается из двух процессов. Адиабатного расширения, рисунок 1, начало адиабатного расширения, и изохорного процесса, рисунок 2. Адиабатное расширение – это когда газ своим давлением толкает поршни, на рисунке 1 оба поршня одновременно опускаются и расширяются, совершая полезную работу. Из уроков физики мы знаем, что при отсутствии изменения объема работа не совершается и изохорный процесс не совершает полезной работы. Но двигатель имеет самый высокий КПД, и это обстоятельство указывает на то, что одного адиабатного расширения здесь явно недостаточно. И что изохорный процесс не такой уж и бесполезный, как нам известно по официальной версии. Необходимо рассмотреть его работу поподробнее. Рисунок 1, слева оригинальная конструкция Стирлинга, справа удобная для рассмотрения и анализа преобразованная схема. Отчет по углу поворота коленвала в градусах, начиная с нуля, поворота коленчатого вала, аббревиатурно будет ПКВ. Положение поршней при повороте до 90 градусов ПКВ. Начало цикла V константа, Rmax, обозначает наличие максимального значения плеча у кривошипа. Положение поршней при повороте до 180 ПКВ, цикл V константа закончился.
Когда начинается процесс V-константа, рисунок 2, один из поршней находится в мертвой точке, а второй при 90 градусах поворота кривошипа. Кривошип здесь — это коленвал. В мертвой точке плечо кривошипа стремится к нулю, а в точке 90 градусов по КВ плечо достигает своего максимального значения. То есть в мертвой точке нет рычага, а при 90 градусах по КВ рычаг есть. Теперь, что такое сила давления и из чего она состоит? Давление формирует удары молекул газа, рабочее тело, а поршень за единицу времени. Таким образом, давление – это величина плотности ударов молекул о поршень. И теперь все становится понятно. Цикл V равняется константа, или изохорный процесс – это поглощение поршнем кинетической энергии молекул газа без изменения объема за счет имеющегося плеча кривошипа. Вот почему эта машина работает на разности температур и является обратимой. Она использует кинетическую энергию молекул газа без изменения объема рабочего тела. Изменение объема газа снижает КПД, а преобразование энергии при неизменном объеме имеет наивысший КПД. Вот так просто, записав, что при неизменном объеме работа не совершается, а человечество скрыли часть знаний о мироустройстве. Можно упомянуть, что стерлинги использовались всю дорогу как насосы и первая охлаждающая техника. На паровозы специально не ставили, а то слишком эффективно. Эффективнее ДВС получилось бы. КПД стерлинга до 70% может доходить, между прочим, и это только официально. При том, что конструкция проще некуда, нет клапанов и сложных систем, даже вместо ДВС можно приспособить. Но нет, никому это не надо. Только игрушки из него мастерят сегодня, хотя был и экземпляр, который для космоса спроектировали. Почему в 19 веке очень многие физики вели диспуты и искали способ построения вечного двигателя второго рода? Вечный двигатель второго рода – это машина, использующая для совершения полезной работы тепловую энергию окружающей среды. Изохорный процесс в двигателе стерлинга как раз и позволяет осуществить эту идею, и поэтому он и был сокрыт. Ну что ж, вот теперь можно заново начинать поиски вечного двигателя второго рода. Вот вам и БТГ из 19 века. А вы думали, что ученым просто заняться больше нечем, как только искать вечный двигатель? Ну, видимо, на все были причины. Двигатель Ибадуллаева. С сайта изобретателя. Ибадуллаев Гаджикадир Алиярович. Родился в 57 году. Образование высшее, юридическое. С 80 по 2006 год работал следователем в органах прокуратуры, старший советник юстиции. В статье изложены результаты теоретических исследований автора. Когда участником международной конференции «Двигатель-2007» в МГТУ имени Баумана в городе Москве была продемонстрирована работа бензинового двигателя со степенью сжатия 22, что по представлениям современной теории ДВС считается невозможным. Автор излагает свое видение проблем теории ДВС. Все его заметки и расчеты по-прежнему доступны на его сайте по ссылке. Ибадуллаев не просто представил рабочий образец своего двигателя, он также катал на автомобиле всех желающих. Авто было оснащено этим двигателем. О нем есть ролик в новостях. Специалисты действительно подтвердили, что в его двигателе реально высокая степень сжатия. Мерили давление, смотрели головку блока цилиндров и так далее. И несмотря на то, что двигатель работал в узком диапазоне оборотов, 1500 холостые, испытывал детонацию и имел не очень большой ресурс, он ездил и демонстрировался, чего и было достаточно для демонстрации эксперимента. Сегодня попадаются каналы, где люди пытаются повторить, проверить и заснять, что получается. Однако во всех случаях у людей возникает одна и та же ситуация. Либо просто говорят, что все работает без демонстрации параметров, либо отказываются от бессилия перед возникающей детонацией. На данный момент никто из них не смог повторить ДВС со сверхвысокой степенью сжатия для бензина. Также в интернете на эту тему много фейков. Итогом работы Ибадуллаева стал двигатель с мощностью в 160 лошадиных сил и расходом 3 литра на 100 километров. Двигатель 2108. Таких показателей никто не добился. Главный вопрос данной статьи. Ну а чем обуславливается такое явление, как детонация? Надо еще упомянуть в этой истории о Владимире Ивановиче Червякове. Он тоже был на конференции вместе с Ибадуллаевым. Он как раз рассказывал о такой возможной детали, как плечо кривошипа ДВС.
Благодаря этому все поршневые машины становятся понятными. Есть и его статьи про повышение КПД ДВС в интернете. Как работает ДВС, думаю, нет смысла повторять, перейдем сразу к делу. Итак, чтобы поднять КПД ДВС, необходимо, чтобы на каждый грамм топлива был максимальный выход давления. Чем больше, тем лучше. Температура – побочный фактор, обуславливающий потери. Чем выше перепад температур, тем выше потери. Таким образом, все сводится к тому, чтобы получить из топлива максимум давления при минимальных изменениях температур. Двигателисты всего мира решают эту задачу по-своему, патентуют разные приблуды, создают уникальные запчасти и тому подобное. Мы будем рассматривать основной метод повышения КПД ДВС через повышение его степени сжатия. Кто бы чего ни говорил, среди ДВС самый эффективный – это дизель, а самым эффективным циклом для поршневой машины остается цикл Стирлинга, и у дизеля самая высокая степень сжатия. Степень сжатия определяет величину давления смеси до начала окисления топлива, до начала ввода тепла. Окисляясь, топливо выдает продукты сгорания, газы и тепловую энергию. Это дает огромный прирост давления и толкает поршень, заставляя крутиться коленвал. Чем выше начальное давление, тем будет выше выход давления на единицу топлива. Как только мы поднимаем степень сжатия выше, чем рассчитано топливо, мы сталкиваемся с возникновением детонации. Стойкость топлива к детонации обозначается октановым числом. Топливо сгорает с определенной скоростью. Чем медленнее горит топливо, тем выше потери на нагрев деталей двигателя. И рост давления происходит одновременно с перемещением поршня. То есть давление растет при изменяющейся величине плеча кривошипа. Плечо кривошипа определяет величину ускорения, которое разгоняет поршень. Плечо имеет максимальное значение в точке 90 градусов поворота коленчатого вала. При этом поршень имеет инерцию только своего веса, его ничего не тормозит. Детонация – явление возникновения ударных волн. Эти волны имеют скорости порядка нескольких, иногда десятков километров в секунду. Причиной для возникновения детонации служит ситуация, при которой нарастание давления происходит быстрее или интенсивнее, чем поршень успевает разгоняться. Ускорение поршня значительно меньше роста давления продуктов сгорания. Есть такое явление, сопутствующее детонации, как образование пероксидов в процессе сгорания. Их образование подтверждает, что энергия выделяется быстрее, чем ее успевает преобразовывать двигатель. Какой параметр в ДВС отвечает за скорость или интенсивность преобразования выделяющейся энергии? Это величина скорости нарастания плеча кривошипа при движении из верхней мертвой точки. Конструктивно это закладывается геометрией кривошипно-шатунного механизма. Эти механизмы бывают длинноходными, равноходными и короткоходными. Также за эту геометрию отвечает такой параметр, как отношение диаметра поршня к его ходу. Максимальная же скорость нарастания плеча кривошипа у короткоходного кривошипно-шатунного механизма. Таким образом, построение двигателя со сверхвысокой степенью сжатия и без детонационной работы возможно при использовании вот такого короткоходного коленвала. К сожалению, сегодня никто не верит, что можно построить двигатель внутреннего сгорания со сверхвысокой степенью сжатия для бензина и без детонации. Хотя странно, инженерное дело говорит, что можно любой параметр подогнать и все настроить. Обедненная топливная смесь полностью сгорает при избытке воздуха, обеспечивает максимальный выход давления на единицу топлива, как наддув, только смесевой. Высокое давление дает большой момент, что дает большой коэффициент полезного действия. Только не все кривошипно-шатунные механизмы для этого подходят. Секрет работы без детонации заключается в отношении диаметра поршня к рабочему ходу. Соотношение в кривошипно-шатунном механизме определяет динамику нарастания плеча при движении поршня из верхней мертвой точки. А когда с нарастающим давлением пропорционально увеличивается плечо, поршень успевает ускориться и энергия преобразуется в кинетику поршня. На детонацию просто не остается энергии, больше ее часть пошла на вращение. Задумайтесь, использование спирта, допустим, трехатомного, полностью сводит на нет все вредные выбросы ДВС, кроме разлива масла. А снижение температуры в камере сгорания многократно повысит ресурсы, масло не будет выгорать.
ибо Дулаев поднял степень сжатия заводскому ДВС и обнаружил возросший крутящий момент и мощность. Приспособил двигатель, сделал несколько патентов по двигателю и отправился сразу на конференцию в МГТУ имени Баумана, где рассказал про свой метод и предлагал профессуре отнестись к его теории с научным подходом, что греха таить, принять его теорию. Надо пояснить, что ибо Дулаев юрист и не имел технического образования. И это обстоятельство и сыграло с ним злую шутку. Его теория была слишком далека от технических реалий и известных принципов. По факту она построена только на суждениях ибо Дулаева. Это и породило официальный ответ профессуры изобретателю. С технической точки зрения ибо Дулаев сам не понял, что открыл. Он получил сносную работу двигателя на сверхвысокой степени сжатия – 22 единицы для бензина. Но на вопрос специалистов, как он преодолел детонацию, он не знал, что ответить, так как не решал этот вопрос. Ему просто повезло. Я хотел прояснить вопрос с детонацией окончательно, чтобы положительный результат открытия не пропал бесследно. Все, что требуется для построения эффективного двигателя внутреннего сгорания, это производство коленчатых валов для короткоходных кривошипно-шатунных механизмов. Это не требует особых сложностей для производства, но вряд ли мы когда-нибудь увидим серийный «Жигуль» с таким мотором. Современный уровень теплотехники или достижения, которые мы не наблюдаем. Что если бы вам сказали, что для полетов в космос не нужна ракета? Что вывести полезный груз можно при помощи двигателя прямой тяги, а не отбрасывающего реактивную струю? Фантастика? Нет. Современный уровень конструкторской мысли? Но как современный, 90-х-2000-х годов? Вот так выглядит сопло двигателя прямой тяги, способного при массе в 300 кг давать тягу в 20 тонн. Однако знания, позволяющие создать двигатель прямой тяги, также позволяют делать и механические вертелки наподобие роторных двигателей. Да что там вертелки, полноценные генераторы электроэнергии позволяют создавать. И все это продукты некоторого рода знания. Для людей, далеких от науки и техники, следует пояснить, что данные машины – следствие применения вихревых технологий. Говоря по-простому, технологий эфирных. Но эфир – это такая штука, благодаря которой радиоволны в космическом вакууме распространяются. Объяснение двигателя Пушкина можно найти и самому все изучить. По этому вопросу еще есть сайт по ссылке. Если в 19-20 веках от людей прятали вечные двигатели, то сегодня скрывают имплазивные двигатели и эфирные технологии. А ракеты по-прежнему взлетают, значит, это кому-то нужно, чтобы было именно так, а не иначе. Высокоэффективные преобразователи энергии и совершенные двигатели существуют. Их просто переоткрывают и прячут от общественности, чтобы люди были зависимы. Отстаиваются только те идеи и законы, которые сулят большие прибыли. А прибыли большие, так как объемы продаж топлива большие. Это предвзятое отношение и делает наш мир таким, каким мы его видим сегодня. Еще можно упомянуть, что из-за малой эффективности двигателя внутреннего сгорания в атмосферу выбрасываются не только продукты сгорания, но более половины тепловой энергии топлива. Если условно литр горючки стоит 40-50 рублей, то 25 рублей уходит на нагрев атмосферы. Это ли не отсыл к глобальному потеплению греть атмосферу, используя неэффективную теплотехнику? Таким образом, мы можем воочию наблюдать, как официальная наука отстаивает интересы топливного бизнеса, создает малоэффективную технику и знания. Принцип библейского проекта – издержки человечества должны быть максимальными. Для того, чтобы человек без конца, по кругу, был занят решением материальных задач и не имел возможности для поиска знаний и духовного роста, навязывание человечеству рабской идеологии. Самое страшное из воздействий – это заставить человека добровольно признать, что он согласен с таким положением для себя, согласен жить и работать без результата для себя, отдавая результаты деятельности кому-то еще. Самое страшное, когда людям становится все равно, когда жизнь становится бытовухой, лишенной всякого смысла. Тогда человек живет рабом, думая, что свободен, и что это и есть жизнь.